Мама рэпера Тимати, Симона, обожает свою 5-летнюю внучку Алису. Бабушка проводит с девочкой много времени и постоянно ее чем-нибудь балует. На этот раз малышка, очевидно, попросила, чтобы ей сделали татуировки, как у папы. Мать знаменитости не смогла отказать белокурому ангелочку и позволила нанести ей несколько рисунков на тело. Теперь на плече у юной неформалки красуется переводная татушка с девушкой, а на лице множество веснушек, нарисованных хной. Мама Тимати разместила снимок с милашкой в Инстаграм. Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии «Всем привет от девочки-веснушки», подписала пост Симона. Поклонникам пришлись по вкусу татуировки Алисы. Многие фанаты отметили, скорее всего, любовь к нательной живописи передается в семье Тимати от поколения к поколению на генном уровне. Алиса вся в папку пошла. Татуировки уже на плечах. На лице тоже. Смотрится правдоподобно, как это мило смотрится. А я всю жизнь их пытаюсь вывести, написали фолловеры. Ранее 5 TV.ru рассказывал, что дочь Тимати покоряет Тихий океан на бордюре.